С вами, как всегда, Джеймс Мор, и сегодня у нас вторая часть прохождения Doors. Короче, это второе видео по Doors, и давайте мы прям сразу же начнем. Вот. Так, блин, ладно, а вот, все, мы зашли к этим челам, теперь ждем. 3, 2, 1, давай быстрее, начинайся. Все, загрузка идет. Ага. Здесь я что думаю взять? Ну, давайте, наверное, зажигалку возьмем. Вот так вот. И подождем пока что. Так, можно еще вот сюда нажать вроде как. Да, все, можно нажать. Надо проверить, звук записывается. Да, звук записывается. Так, ладно, эти челы ключ возьмут, мне как-то пофиг, подождем. Так, все, сейчас пройдем по-быстрому. Вот сейчас вообще на изи будет. Так, что в ящиках? Открывать все кейсов. Чек, жестко. Так, здесь ничего нету, нифига, проходим чисто вперед. Вот чисто тупо вперед. Пока ничего не происходит. Ага, ут есть, ута нету. И что-то ФПСа тоже нету. ФПС что-то тоже нету. Да, что-то не очень. ФПС что-то низкий и ута нету. Да и что-то со звуком не то. Так, ладно. Так, захожу сюда, все. Так, давай, выбиваю дверь. Тыж! Жестко прям. Так, где этот рычаг? Тут? Да, тут, нажимаю. Оба, оба, там челы уже прошли. Да, это чё? Это чё? Окей. Ладно, пофиг. Так, уже до 12-й двери дошли. Дошли до 12-й двери. Это хорошо. Прям-таки это очень хорошо. Оба, лут нашли. Да блин, ты чё мой лут забрал? Абобус. Ладно, пофиг, давайте здесь... Да ё-моё. Оба, оба, дайте шкаф. Дайте шкаф. Дайте шкаф. Так, это чел. Yes. Чисто изи проходим Doors. Чисто спидрам по Doors, повезло, повезло. Вот так скажу. Так, проходим быстро вообще. Вообще гоню быстро. Тыщ, мощно прям. Где там этот рычаг? Опять тут? Не, он не тут, он там, понял. Понимаю, одобряю. Хоба, жестко. Жестко, жестко, жестко. Спидраним Doors. Да, жесткий у нас сейчас спидран по Майнкрафту. Оба. Какие-то звуки непонятные. Так, ну туда надо идти. Туда, где Doors лагает. Хотя Doors у меня почти всегда подлагивает. Но ничего. Ничего. Итак, пройдем. Так. Оба. Ничего не видно. Берем зажигалку. А, ну вот там уже. Все нормально. Так. Ох ты ж! Здорово! Абоба. Так, ладно. Здесь опять ловушка с дреми. Здесь 23, а там 24. Предыдущая дверь вроде была 22. Кто помнит, какая будет. А, все, нашли дверь. Это хорошо. Фу. Оба. Свет замигал. Давайте мне шкаф. Шкаф давайте.
Оба. Так, теперь ждем. Ха, изи. Изи катка вообще. Без проблем пока. Какая тут уже дверь у нас, кстати? 28-я. Это чё? Это чё? Ты кто? Ты где? Здорово. Иди в ананас. Ты где? Куда идти? Я не понял. Что делать? У меня зажигалка не бесконечная. Да ё-моё. И тут еще эти глаза Стасика. Ах ты ж, блин. Ё-моё. Это опять эта ловушка с дверьми. Хватит делать подобную вот фигню. Нафига это надо вообще? Ой, сейчас Стасик появится. Вот ща будет Стасик. Давай, ща будем... О, от Стасика убегаем. Жестко. Убегаем от Стасика. Эй, ползи. Чё лагает? Чё лагаешь? Беги. Беги от Стасика. Стасян опасный. Да блин. Бывает. Да. Что-то не то. Что-то это как-то не особо круто получилось. Так, сколько мы получили? 37. Что это не круто? Вообще не то. Ну не знаю, давайте еще раз попробуем. Потому что вот эта первая попытка что-то, ну прям вообще не то. Прям вообще что-то прям слились, как конкретно так слились. Потом давай вот сюда. Все, изи. Так, ждем. Так, ждем, когда катка запустится. У нас уже 3 чела есть. Записывается, звук идет. Да, звук идет. Все нормально, звук идет. Да ё-моё, чё уведомление приходит прям вовремя? Прям вообще, прям идеально вовремя. Вообще топ. Топ один чисто. Ага. Так, прогружаемся. В этот раз я ничего брать не буду. А где все? Куда все делись? Ладно, пофиг, придется одному. Да. Ну, очень круто. Тум. Ладно, ждем. Ждем пока что. Ну все, не дождались. Не дождались. А это значит что? А это значит будем жестко все лутать. И в первой комнате особо, ну, пока вроде как нормально. Так, открываем. Тут. Чё по луту, Оба. Все деньги сейчас у них тут заберем. Сейчас чисто все деньги заберем у них. Так, здесь нет, здесь нечего лутать, бежим дальше. Оба. Лут собираем. Так, оба, деньги собираем с них, налоги собираем. Так, здесь что есть? Ничего нету. Так, все, идем чисто, жестко. Ничего нету. Оба, рычаг. Нажимаем. Пу-пу-пу. Так, пока никаких абонусов не появлялось. Здесь что? Здесь зажигалка. Это хорошо. Пригодится. Потом когда-нибудь. Может быть.
А может быть и нет. Так, ну пока ничего не происходит. Я чисто... Оба. Чисто собираю отсюда бабло. Куча. Так, давай, самый нижний открывай. Оба. Прям куча. Куча голды. Так. Оба, еще куча голды. Вообще топ. Оба, здесь тоже должен быть. Ха, изи катка. Уже 150. Уже 155 голды есть. Это чисто имба. Чисто имба. Оба, еще голда. Оба, жестко. Идем дальше. Так, вот это норм. Вот тут норм прям. Сейчас посмотрим, что за... А по луту тут нифига нету. Все, идем дальше. Оба, опять эта фигня. Опять на рычаг нажимать. Опять искать рычаг. Здесь нету рычага. Там рычаг. Нажимаем. Все, идем дальше. Так, видео 11 минут длится. Ну, вроде пока что нормально. Нормально пока что длится. Так. Это что, обувь был? Хоба! Меня обобус не заскамит. Ха. Чисто изи вообще. Так, здесь что? Голда есть? Голды нету. Ох ты ж. Изи. Меня не заскамить. Меня вот такой вот фигнёй не заскамить. Так, тут должен быть. Оба, говорю, тут голда. Тут прям дофига голды. Так. Жестко. Жестко прям. Жестко прям лутаемся тут. Пока что. О, ключ надо искать. Так, здесь, по идее, должна быть зажигалка лежать. А, не, не отмычка. Это должно быть имбово. Это для всех, для ящиков открывать. У, если я найду ящик, это вообще будет топ. Прям топ-1 чисто. Но здесь никаких ящиков нету, чтобы для них нужна была отмычка. Поэтому пока что идем дальше. Все. Открываем ключом. Все. Пока что легко и просто. Здесь есть ящики. Которые... А, опять ключ. Ключ от 19 двери. Запоминаем, если сейчас будет ловушка с дверьми. Не, ловушки с дверьми не было. Это хорошо. Это хорошо, что не было ловушки. Так, ну лута тут тоже нету. А вот это уже фигово. Вот это уже прям таки не очень. Так. И чё здесь по луку? Ну чё-то нифига нету. Да, не как-то хило вообще. Вообще хило. Оба. А вот это интересно. А, это просто... Это просто обход, да. Понял. Это просто типа обход, ладно. А если я так пойду, то там я наткнусь на вот эту вот кучу всякой фигни. Всякой дичи. Так, а там, надеюсь, будет ящик. Который я отмычкой открою, да? Да. Да, для него отмычка нужна. Давай, сейчас. Открываем. Оба. Лут. Хилка, хилка. И еще отмычка. Ну, чисто. Вот это окуп. Это прям окуп. Прям вообще. Прям вообще топ. Так, колды у меня уже 240. Поэтому давайте сейчас будем жестко лутать. Прям вообще, прям вообще. Залутаем всю голду, которая тут есть. Ага. Здесь что? А, здесь опять это обход. Обход системы. Так, ну что-то...
Ключа я не вижу, а отмычки тратить я не хочу. Блин. Ладно, сейчас, наверное, как-то под ускорением попытаюсь найти этот ключ. Вот так вот. Ускорение. Пунтун. Так, в общем-то, я ключ нашел. Вот тут вот он лежал. 22-й двери. Ну, все понятно тут. Короче, идем дальше. У меня уже дофига прям голды. Голды прям много. Поэтому идем дальше. Вот так вот. Хоба, открываем. Это что за... Это что за обобус? Который меня пытается заскамить жестко. Меня вот такими вот вашими обобусами не заскамить. Понятно, игра. Меня так просто не... Блин. А какая дверь была? Кто помнит, какая дверь была? Блин, а сейчас будет жестко. Какая дверь была? Я не знаю. Давайте пойдем в 24-ю. О, повезло, повезло. Прям реально повезло. Так, тут что? А тут ничего. Ничего, это не круто. Что, опять ключ искать? А нет, ключ даже искать не надо. Ну давайте пока я под ускорением полутаюсь. Вот так вот. Хоп. Так, в общем-то, я все залутал, и, типа, здесь еще одна ловушка с дверьми. Так, на этот раз дверь либо 27-я, либо 26-я. Так, блин, что-то я вспомнить не могу. Ну ладно, у меня есть скилки, в любом случае, я сейчас не откинусь. На это фигово. Не угадал. Юзаем хилку. А, это не хилка. Это ускоритель. Ну нафига он мне нужен? Ну нафига я его заюзал? Это надо было на Стасике заюзать. Ускоритель надо было юзать там, где Стасик. Вот там бы это было бы полезно. А сейчас что-то я просто его зря потратил, получается. Получается так. Получается просто так ускорялку потратил. На... Блин, а я думал, это хилка. Ну ладно. Не угадал. Вообще не угадал. Ну, бывает иногда в ходе. Фух, хотя бы тут не было этой своей ковыми дверями. Но зато опять этот обобус летит. Давай. Так, это что за фигня появляется? Мне эта фигня не нужна. Я лучше по спидраню дальше. Так. Снова ловушка с дверьми. Или нет? Так. А что дверь открылась? А нет, это дверь, с которой я пришел. Вот. Вот, короче, ловушка с дверьми. Так. А пока что я опять залутаюсь под ускорением. Вот так вот, смотрите. Хоба! Так, в общем-то, челы, я нашел ключ. Ключ от 31 двери. Все. Дверь 31. Все понятно. Так, где там 31 дверь? Это 32, а вот это настоящая. Вот это 31. Вот это прям изи. С замками прям изи, потому что там на ключах пишут. Это хорошо, что на ключах пишут. Так. Это что, опять обувь будет лететь? Или чё? А бомбус это ты? Не, нифига. Так, я вижу здесь глаза вот этого Стасика. И у меня есть ускорялка в инвентаре. Это хорошо. Поэтому, когда я увижу Стасика, я смогу от него жестко прям убежать так.
Так, здесь что? О, голда. Голда, это круто. Так. Так, берем вот эту картину. Ставим сюда. А эту сюда. А эту. А, не, все, правильно. Так. Ага. Тут куча глаз вот этого Стасика. Ага, классно. Вообще топ. Что так много здесь? Что-то мне это не нравится. Что-то мне это нифига не нравится. Давайте ускорялку возьмем. Руки. Ага. А вот он и коридор, в котором появится Стасик. Встречайте, Стасян. Вот он, настоящий Стасик. Хоба. Так, что-то у меня лагает. Что-то у меня немножко так подлагивает. Куда? Сюда. Хоба. Так, вперед. Так, обходим руки. Обходим руки. Изи. Или нет? Изи. Изи катка. Ес. Ес. Минус Стасик. Жестко заскамили Стасика. Прикольно. Не понял. Чё-то. Ладно, пока что идет все нормально. Все нормально. Ага, это ловушка с дверьми, я понял. Я понял, вот нафига вообще эту фигню делать? Ага, это правильная дверь была. Это хорошо. Так. Пока угадываем, пока что все окей идет. Оба, дофига голды прям. Так, чё? Чё здесь? Так, какая-то дверь. Оба, ящик. А здесь даже отмычка не нужна. Это хорошо. Здесь прям дофига лута. Прям дофига лута. И тут еще какая-то дверь. Тут, наверное, тоже ящик, но уже его надо отмычкой открывать. Да. А не, отмычка даже не нужна. Прям дофига лута. Прям реально дофига лута. Прям уже больше 600 этой голды. Так, давайте я сейчас по-быстрому найду ключ вот так вот. Хоба. Так, в общем-то я нашел ключ. Ключ подписан 48. Значит, дверь 48. Так, какая из этих дверей 48? Это 46. Это не то. Стоп, или это 48? Стоп, странно. Так, ладно, короче, идем вперед. Откройся, дверь. Так, в общем-то, идем дальше. Ты чё? Ты чё делаешь? Ладно, пофиг. Изи катка. Пока что изи. О, блин. А вот и приехали. Вот и приехали. 50-я дверь. Вот и оно. Вот и копец. А ты че кто? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты что делаешь? Ты что, вообще офигевший? Что это за... Что это был за человек копец? Ладно, пофиг, идем дальше. 50-я дверь. Уф, сейчас будет этот обобус, я знаю. Уф, давай, беги. Прям как на превьюшке. Вот он. Прям как с при... прям с превьюшки. Только я не знаю, что вообще делать надо с ним.
Это что такое? Ну привет. Чё? И что это дает? Ничего не понял. Честно, ничего не понял. Какая-то фигня. Чисто фигня непонятная какая-то. Ну реально. Оба. Пока, Боба. Что надо? В шкаф. В шкаф. Изи. Так, вот он, Абобус, идет. Ха. Заскамили мамонта. Оба. Начинаю план скам. О, он прям там. Он там. А здесь что есть? Что по уту? Что по уту главное? Главное, что по уту. Так. Оба, хилка, это классно. Не понял, где он. Ты где? А Бугус, ты где? Оба, вон он. Вижу Абобуса. Эй, чё такое? Ой, его покрутить можно, прикольно. Эй, привет. Ой, ты чё, офигел? Офигел совсем? Так, чё куе? Чё куе, чё куе, чё куе? Чё, чё куе? Чё куе уе? Офигел! Офигенно! Офигенно! Чисто топ! Имбова! Так, сколько там? 90. Это окуп. Выходим. Так. Ну, я думаю, что на этом видео может заканчивать. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи! Всем пока!